Всем привет! Решила сделать шоколадный бисквит в духовке. Для этого нам понадобится 4 штуки яйца, 110 грамм сахара, 110 грамм муки, 12 грамм какао, 12 грамм разрыхлителя и щепотка соли. И яйцо. Так что поехали готовить. Поехали! Сначала мы забьем сахар с яйцами. Сахар всыпь и яйца. Мы уже разбили 4 яйца. Давай, Даша помогает. Даша. И 110 грамм сахара. Угу. И миксер. Давай. На быстром этом взбиваем. 7 минут до белой пенки, да, надо. До белой пенки. Вот у нас получается такая густая пенка. И мы их добавляем дальше взбивать. Доделаем маску. Мне тут помогает немного. Вот это! Подожди, посмотри. Осталось еще 5 минут, да? Я взбиваю на полную мощность. У нас получилась вот такая белая пышная масса. И это уже... Таня, дай ты сюда. Таня. Вот. Все, нам больше миксер не подходит. Вот это. Вот видите, как... Ложечку возьми, Диана, пожалуйста. Такой, подожди, Даша. Сначала муку, Дашуля, подожди. Я чуть-чуть. Ну, чуть-чуть сейчас... А я сам. Сейчас муку дашь, высыпай муку. Вот в тарелочке мука, высыпь муку, пожалуйста. Ты? Да. Давай, высыпай. Даша высыпает. Что Даша высыпает, Даша? Разрыхлитель. Мы высыпаем 12 грамм разрыхлителя. Даня взбивает. Даш, просто возьми пакетик, выверни и все. Вот переверни. Вот. И ложим и взбиваем. Даня, молодец. Да. Дашуль, давай быстрее. Сейчас Даня всю муку тисто посады. Даня, не... Все, высыпай, перемешай это пальчиком. Ложечка сухаша? Нет, ложечка. Уже мокрая. Ну все. Да все, хватит, Диана, давай высыпай уже. Раз, два. И красиво ложкой такой сверху вниз перемешает. Даша! Ну, Дашуль, аккуратно, Даш. Не так, аккуратно, да? Если вы мне посадите это тесто, будете сами увидеть. Ну, ничего. Главное, дружное. Все, теперь какао высыпайте. А, молодец, ты делаешь. Высыпаем какао. 12 грамм какао. Молодец, умничка. Ой, ну вообще. Ой, пирог будет на миллион, да. Еще такой пирог никто не делал. Угу. Да, Диан? Угу. Покажу тебе кусочек. А то все не видно, тебя да не видно. Так, теперь возьмите миксер и миксером легенько взбейте. Диан, почищай вот это с вилок, пожалуйста, с ложек, с вилок. Дай сюда. Да. Ну подожди теперь, че ж вытери, у меня руки заняты, я не могу. Все, давай, отдавай все. Диан, дай ей тряпку, пусть повытирает руки. Угу.
Кстати, ну такой кисленькое получается. Вкусненько. А что кисленькое, если должно быть? Что? 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 Давайте взбивайте, только не сильно. На медленной скорости. Да. По краям хорошо вот это все пощищать. Надо вот их перемешивать, когда масса станет однородной. Угу. Количество очень Даже туда не надо ложкой сейчас. Это кто ускорился? А? Кто ускорился? Ваня. Диан, по краям вот это поснимай всю муку. Ваня! По краям он собери, он по краям, по месту. Выше подними еще. Получается такой, да, хрен. Угу. Хрен. Но он не должен быть густой, да, он должен быть. Любовь. Разверни к себе миску. Перекрути ее. Не так быстро, да. Так, все, хватит. Что ты дал? Да, что ты. А ты щепотку соли положила чуть-чуть? Нет. А ну щепотку соли. И щепотку соли. Ту-ту-ту-ту-ту, не-не-не, Даша. Даша, уже не пхай, все. Все, вот, щепотка соли. Все, все, уже ничего не надо. Положи то. То грязная ложь. Даш. Ты духовку включала? Ну разбрасывай, зачем ты делаешь? Не-не-не, Даня, солить хватит. Хватит! Даша! Вы что, издеваетесь? Даша, если получишь. Даш, прекратите все уже, не надо туда ничего трогать. Если тесто не получится, Даша, ты сами его есть, обещаю. Конечно, будет. Духовку включи сейчас, пока ты будешь выливать. Включаем духовку. На 220 градусов. Это оно? Оно, оно. Градусы поставь сначала, Диан. А что они? Потому что там. Бей в гладян у меня. Да? 220 градусов поставила? Поставила. Угу. И теперь заливаем формочку смазанным маслом. Угу. У нас тет. Угу. Мы заранее смазали. Да. Даня! Все, Даня, давай сейчас будешь выливать. Сейчас это сниму. Олега! Тише, да, что такое? Что ты делаешь? Ты сейчас этим будешь сюда доставать, Диан, вон. Ну что ж ты не думаешь, ша-ша-ша. Карандаши. Дань, что ты делаешь? И перелью. Что-то мало его получается. Же он подняться же должен, по идее. Не-н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 е-
А все так лишь начиналось. Чего она взмила? Почисти себя нормально. Вот смотри, еще сколько, возьми ложечку, пощищай. Дань, что ты? Вкусно. Аня, вот захватывай это все. Вкусно? Вкусно? Мне вкусно. Даня. Какой красивый, смотри, какой пузырь чистый получился. Даня, я все видел. Что вы делаете? Притоны. Так, Эл. Ну ти хеньку, це сире все, блін. Вкусно?
Дань, Даня, вкусно? Все, сейчас накроем. Тихо, 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 все, все, тишина. Да, все. Вкусно? Да. Даня! Что ты за дыхание такая? Вот когда-нибудь пикни, так все? Да. Все, дыши тихо, иди. Что ты делаешь? Мы накрываем для того, чтобы равномерно стерся в духовке. Все? Все, с Богом, с Богом. Мы поставили печь. Ну вот, мой пирог уже испекся. Он получился красивого коричневого цвета, пахучий вкусно шоколадом. И мне понравилось его готовить. Но он немножко у меня подгорел, потому что я передержала время. Если у вас духовка слабая, ставить на 30-40 минут. Если мощно, то максимум на 20 или 30 минут. И то надо за ним посматривать. Ну что, приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите хорошие комментарии. До скорых встреч. Приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока. Чам-чам. Пока. Пока.